Здравствуйте, вы верите в Бога? Нет. А теперь? Отстань, что надо? Подождите. Тогда у меня для вас есть другое предложение. У нас акция «Белый вторник». Это как «Черная пятница», только не для идиотов. Духи, последний флакон, скидка 90%. Вы будете пахнуть как Бог. Ну или в кого вы там верите? Да. И то, что ты урод, это еще не самое главное. И вообще от тебя пахнет этой... библиотекой? Вообще рыбой. Но может и библиотекой, я там не была. Блин, не хватает. Возьмешь мой косарь, я привяжу тебя к стулу и сожгу все твои грамоты у тебя на глазах. Пофиг. Подождите! Здравствуйте, можно? Ты опоздал! Все же списали! Написали экзамен на 5 и ушли домой! Я просто... Садись уже, очкарик прыщавый! Это у кого такие духи? У меня. А теперь повторим цифры. 8, 9, 1, 6. Но это же телефон. А теперь дополнительный вопрос. Во сколько мне ждать тебя сегодня? Упс, погоди. Эй, урод! Кто косарь со стола вчера взял? Оливия, я не специально, просто... Да какая уже разница? Потом отдашь, батончик, дорогой. Последний раз я такое слышал, когда ты просила меня продать почку, чтобы ты смогла купить новый айфон. Эх, какая же я была дура. Ребята, вы не видели? Я потом запикаю это на монтаже. Вы что, совсем охренели? Не твоя, вот ты бесишься. Так вот, что имела в виду Оливия, когда сказала, что начала тянуться к знаниям. Чисто теоретически, возможно, что все происходит из-за духов. Но практически, это же невозможно. Ну, это хотя бы умное. Быстрее. Черт, ну все, это провал. Привет. Привет. Ну что, так и будем стоять или, может, сгоняем в библиотеку? Конечно, пойдем. И представляешь, эта училка начала заигрывать со мной. Ты такой смешной. Тебе и правда интересно со мной? Очень. А я думал, что без духов я никому не нужен. Да ну глупости. Можно я приглашу тебя завтра на свидание? Да, конечно. Привет, неудачники. Отвали, урод. Сегодня утром ты была позговорчивей. Извини, Оливия, но мое сердце уже занято. Да ну глупости. Чтобы я вступил в вашу секту, должно произойти чудо. Хорошо, произойдет. Нет! Да! А
ребята, если что, вы ничего не видели. И да, ставь лайк и обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать самые новые видео. Ой, кажется, мои духи приехали. Пока!